Мотор откуда-то снизу, и все это желательно не выходя из комнаты. Симулятор — игра, которая позволяет утолить жажду скорости, сводя риск к минимуму. Раздолбанная клавиатура и замученная мышь не в счет. Игра всех времен и народов «Формула-1 Гран-при» с многочисленными продолжениями настраивала всех на серьезный лад. Геймер чувствовал себя частью большого процесса, в котором вращаются такие слова, как «пит-стоп», «активная подвеска», «Рено Уильямс», «Беннетон Форд», «Мировой кубок» и так далее. Слово «автосимулятор» стало знаком серьезной игры. Если в автосимуляторе вы видите свой автомобиль со стороны, значит это аркада. И если симуляторы предназначались для людей серьезных, то аркады считались неким тренажером для новичков игрового мира. Мол, пусть потешится, пока молодой да неопытный. Затем одумается, начнет понимать, что ручная коробка передач всегда круче, и что газовать на повороте ниже достоинства настоящего виртуального гонщика. Одним словом, аркады есть попса в мире игрушек, играть в которую позволительно только на ранней ознакомительной стадии. Но если богам надоедают маны небесные, они спускаются на землю, чтобы поесть черного хлеба. И вот вам уже надоело разбираться в устройстве подвески очередного суперскоростного бог знает чего, и в очередном новом симуляторе вам уже и неинтересно знать, какие правила нужны для того, чтобы попасть в суперлигу. Хочется просто сесть за компьютер и утопить клавишу газа, ни о чем не думая. Время от времени подобное случается с каждым. В таких случаях рекомендую вам Roll Cage. Смысл игры прост, как перетягивание каната, даже проще. Гонки на веселых автомобилях, способных развивать бешеную скорость и обладающих невероятной прочностью. Откровенно говоря, это не просто автомобили, это оружие массового уничтожения с мотором. Самое главное в автомобиле — это колеса. Без них катание на машине теряет свою прелесть. Теперь от размера колес зависит не только проходимость машины. Понятие «вверх колесами» здесь теряет смысл навсегда. Этим автомобилям все равно, на какой стороне ехать. Вам нет необходимости ждать, пока автомобиль перевернется в нормальное положение. Термин «повышенная проходимость» для таких машин звучит как оскорбление. Проходимость не повышенная, она абсолютная. Регулятор проходимости у этих драндулетов заклинило на максимальной позиции, и назад он уже не двигается. Поэтому дорога в игре присутствует больше как определение. То есть дорога и есть направление, но ехать по этой самой дороге совершенно не обязательно. И даже считается как-то неприлично. Зачем ехать по этой узкой кривой полосе, когда вокруг столько превосходных альтернатив? Главное, чтобы избранная поверхность была ровной. А препятствия все равно будут снесены, если не вами, то вашими соперниками уж точно. Говорим аркада, подразумеваем бонус. Бонусы раскиданы по всей дороге, причем их запас пополняется регулярно. Бонусы всякие. Турбоускорение, индивидуальное замедление времени — это когда ваши соперники по скорости приравниваются к черепахам. А комбинация этих бонусов дает потрясающий эффект. Все стоят, вы несетесь. Есть телепортатор, который позволяет не глядя махнуться местами с машиной, едущей впереди. Есть также и оружие. Три неуправляемых снаряда, летящих до первого препятствия. Одна самонаводящаяся ракета и так называемый сюрприз для лидера. Очень умная ракета, которая сама находит лидера и кидается ему под колеса, после чего лидер летит вверх тормашками, насколько это позволяет игра, и наблюдает проносящиеся мимо машины соперников. Одновременно можно подхватить только два бонуса. Наблюдения показали, попытки приберечь наиболее удачный бонус для подходящей ситуации, а затем со смаком его использовать, ничего не дают. Основной принцип — хватай и пользуйся. Думать некогда, самонаводящаяся ракета самонаводится только на объекты пейзажа. Теоретически ее можно навести на соперника, и иногда это даже удается. Я настаиваю на слове «иногда». А настаиваю я на этом слове по одной простой причине, потому что взорвать соперника с помощью ракеты, как правило, невозможно. Поэтому лучше взорвать какое-нибудь здание, чтобы оно рухнуло на соперника сзади. Даже не обладая оружием, вы можете стать причиной всевозможных разрушений. Половину объектов пейзажа можно ликвидировать, просто влетев в них на полной скорости. Для некоторых построек понадобится определенное терпение, но я верю, вы справитесь. Например, одна массивная голубая конструкция не сдавалась почти до самого конца гонки. Правда, общими усилиями мы ее все равно свалили. Всевозможные мелкие препятствия, как правило, уничтожаются непрерывно. Погибнуть в игре невозможно. Нельзя даже поцарапать свой автомобиль. Все ваши потери — это время. Когда-то в описании одной игры, кажется, это был Куэйк, я позволил себе выражение «бешеная динамика». Сделав это, я практически не оставил себе терминов для описания скорости Roll Cage. У вас не остается времени даже на вдох и выдох. Помните, что отличает бывалого квейкера от новичка? Правильно, новичок, играя в трехмерный шутер, ерзает на месте, то и дело пытаясь заглянуть за край экрана или отклоняясь назад, если в него кто-то стреляет, а ему приходится пятиться. Всегда считавший себя тертым калачом, ваш покорный слуга то и дело ловил себя на мысли, что старается повернуть голову на бок, дабы не потерять направление движения своего радостно скачущего транспортного средства. Кстати, направление движения. Если вам сообщают, что в результате всех ваших прыжков вы еще и понеслись не в том направлении, то существует несколько способов вернуться на круги своя.
Во-первых, можно ехать до первого препятствия, и, возможно, вам повезет, вас подбросит и перевернет в нужном направлении. Во-вторых, можно с той же целью заехать на ближайшую стенку. И в-третьих, можно нажать волшебную клавишу. Представьте себе, авторы игры позаботились о том, чтобы вы получили от игры как можно больше удовольствия. Чтобы вернуться в нормальное положение, достаточно нажать одну кнопку, и гонка продолжится. Самое главное, не пытаться вернуться на нужный маршрут, пользуясь обычными водительскими навыками. Все равно ничего не получится. Гонка не прерывается ни на секунду. Законы физики действуют только в тех участках игры, где необходимо, чтобы вы не начали испытывать чувство раздражения. Более того, если вы пришли к финишу последним, вас все равно пропустят следующий этап. Это один из тех случаев, когда процесс важнее и интереснее результата. Вы рветесь вперед, потому что вам этого хочется, и потому что у вас есть этот четырехколесный бесенок, который ни секунды не стоит на месте, и вы совершенно не расстраиваетесь, если приходите к финишу последним, потому что Roll Cake — это игра. Игра такая, какая она должна быть, если вы хотите отдохнуть. Она не ставит своей целью затянуть вас в свой мир и лишить вас сна и покоя до тех пор, пока вы ее не пройдете. Она просто хочет вас разобрать.